Даро. Мне так непривычно с нового места стримить. Жесть. Просто себе не представляете. Я хочу себе также камеру поставить близко, чтобы она была между Мониками, и чтобы она близко была к Моникам. У нас одинаковые камеры абсолютно. У нас одинаковые объективы. Вот, но у меня настолько камера далеко находится, что иногда даже я на ней себя не вижу. Я не знаю, как вы к ней привыкли, но я хочу поставить так же близко, и чтобы у меня было, знаешь, как будто бы я вот с тобой вот на одном уровне сейчас сижу и общаюсь. Вот прям как будто бы за одним столиком, так сказать. У Амины, да, я у Амины. Капец, у Амины красивая, я теперь ей просто завидую, не знаю. Белой завистью, у нее так красиво. У нее безумно крутая квартира. Я как будто здесь все, поселилась, реально. Даже покажи лук. Какой? Ну, у нас нет лука, только чеснок. Красивый чеснок, спасибо большое. Спасибо. Мне так непривычно, я сама себя слышу настолько громко. Я как будто бы сейчас какой-то трек сейчас запишу. Мне тяжело одной. Я кайфую с этого. Пятый левел хайповоза. Давайте добьем до пятого левела, пожалуйста. Я вас умоляю, я вас очень прошу, пожалуйста. Я, конечно, не как попрошайка выгляжу, но пожалуйста. Гони гроши. Гроши гони. Гони, блядь. Извини, я была не права, да. Я не знаю, я очень хочу переехать в новую квартиру теперь, но буду ждать до 26 числа. Кто знает, то знает. Короче, буду ждать до 26 числа. А, неважно. Да, леваш. Вот так правильно читать? У него просто так леваш. У него так вот не читается, по-моему. Я твоя мама. Тебя всегда били во дворе для того, чтобы ты не чувствовала себя ничтожеством. Мы с папой создали 500 аккаунтов, но я сейчас смотрю на тебя. Не веришь? Сейчас будем копировать это. Мама, папа, выйдите со стрима, мне тут некомфортно с вами. Папа, мама, уходите. Я тут со своими друзьями, не смущайте, пожалуйста. Сейчас будут все писать ок, все 500 аккаунтов. Мама, папа, хватит меня поддерживать, пожалуйста, мне не хочется с вами находиться. Блин, ну эта квартира, это прям мое, знаете, такая вот прям душа. Так красиво, вот, уже мой дом спалили, похуй, я не знаю, мне вообще поебать. Если даже ко мне кто-то придет, приходите, я вас встречу, блядь, с хлебом и солью, спокойно с вами пообщаюсь, постою, блин, около подъезда. На самом деле, мне уже так раздражает мой дом, если честно, я так хочу оттуда переехать, но что-то как будто меня удерживает, не знаю. Ок, еду. Приезжайте. Слушаюсь, моя королева. Держи мои гроши меньше, чем 3. Спасибо. А что такие донаты большие? Прям огромные, да? Как же хорошо после прочтения очередной книги зайти в чат и поглумиться над плебеями, у которых единственный смысл жизни — это стримы. Вы, конечно, в этом не виноваты. Кому-то повезло больше со вкусом, кому-то меньше. Вы, конечно, можете продолжить этим заниматься. Только потом не удивляйтесь, когда я окачу лужи вас на своем автомобиле. Не замечу, потому что, во-первых, на плебеев не смотрю. Во-вторых, хотя как можно побыстрее приехать в театр на свою любимую пьесу. Бля. Ну, пожалуйста, мне не нравится. Не нравится, когда вы так пишете. Мелон плюс Наташа. Я не ебу, кто это. Пожалуйста, не пишите так. Я не знаю, кто это. Мне не нравится. Нет, у меня уже есть идеальная пара, ребят. Не надо писать так. Не надо писать так, пожалуйста. Наташа, мигни, если ты в заложниках. Нет, ребята. Кстати, вот, кстати, идеальная пара, ребят. Я... Помните, откуда это? Вот. Я пока этого человека не увижу, я не сниму его. Жопу ставлю. Вот, поэтому вы будете на каждом стриме видеть у меня этот кулончик до тех пор, пока не случится то самое. Секс. А если порвется? Ой, ёбаный. Это, знаете, у меня как... как называется? Трусы верности. Вот это мой кулон верности. Кстати, это не для курса, ребят. Все говорят, что это для курса. Это не для кокаина. Это для парфюмированной воды, которая в такой маленькой тюбике есть. Вот туда. Мне все говорят, либо это для кокаина.
Ина, либо для этого порошка какого-то, для фена, для микрона, блядь, для этих курительных смесей всяких, нет, для чая. Нет, ребят, если что, это для парфюмерии. Осуждаю, конечно же, я не употребляю это, я живу в стране, которая не легализована, вот, и я, конечно, не поддерживаю, просто я же могу называть эти слова, алло, я могу говорить микрон, я могу говорить марина, что я еще знаю, ЛП, кокаин, мапки, ой, марки, а что еще, больше не знаю. Ты вообще все, что употребляешь, это сразу в вату попадаешь, если что. Так что пейте всегда тыквенный сок. Вот. Всегда тыквенный сок заменяет все, что я пью.